Сова, блядь, ну. Смотрите. Здоровый, сова повисла на столбе. Видимо, ее током ударило. Огромная какая, а? Воды. Башка. Ага. Башка здоровая. Видимо, сырая погода была, и крыльями задела другой провод. Скоротила и все, током убил ее. Эту сову. Жалко, конечно. А какая огромная, а? Я думал, это издалека как будто тряпка висела, ага, какая-то. А тут, смотрю, вроде корчень висит. Блин, жалко. Она, наверное, килограмма 3 точно весит. Это первый раз такую сову огромную вижу. У ней уши даже. Уши, да. Блин, жалко. Башка как у кота, блядь. Во-во-во. Вот это сова. Блин, жалко как, а. А размах крыльев-то какой. И вот такие совы. Она же ночью только летает. Вот такие совы водятся. Она днем не видит, ночью. Такие совы водятся в пригороде Уральска. И погибают в результате таких столбов и тока.